Не хочу тебя прерывать, Кел, но нас ждет босс. Кажись, нам свезло. Вот и он же. На линии 10А есть проблема. У транспортера заело захваты. Нужны двое, чтобы проверить там кабели. Эта задача не из простых. Гильдия удвоит оплату за смену. Давай, Кэл. Надбавка нам не повредит. А? Ладно. Отлично. Идем. За работу. Сюда. Уже иду. Не волнуйся. Эти инструменты не доживут и до конца смены. Наверху. Пост. Только взгляни. Корабль сепаратистов. Давно не видал барышников. Да. Давно. Разберем и получим деньги. Цел? Я в порядке. Но лестнице конец. Ищи обходной путь. Ничего, я находчивый. Встретимся там, друг. Покинь эту базу немедленно. Ты нелегальный мусор. Нелегальный? Но мусор же.
могу. Бесеки Грура Шаган. Полегче. Груз! Просто прохожу мимо. Чупанисто така, Эдито. Чуть-чуть и закончим раньше срока. Я уже чувствую вкус кредитов. Сегодня гуляем. Давай закончим побыстрее. Рискуешь, Хэл. Рад тебя видеть. Взаимно. Смотри, не убейся. Не собирался. Похоже на крыс со свалки. Просто иду мимо, ребята. Не выходите и не приветствуйте.
Кэл, встретимся у захватов. Звучит неплохо, скоро буду. А ты как здесь оказалась? А?
сюда. Уже иду. За такие деньги возиться здесь. Извини, Кэл! Не волнуйся. Эти инструменты не доживут и до конца смены. Наверху! Сепаратистов. Давно не видал барышников. Да. Давно. Разберем и получим деньги. Ну, вперед. Цел? Я в порядке. Но лестнице конец. Ищи обходной путь. Ничего, я находчивый. Встретимся там, друг. Покинь эту базу немедленно. Ты нелегальный мусор. Нелегальный? Но мусор же. Просто прохожу мимо. Поднажми, еще чуть-чуть и закончим раньше срока. Я уже чувствую вкус кредита. Рискуешь, Хэл. Рад тебя видеть. Взаимно. Смотри, не убейся. Не собирался. Похоже на крыс со свалки. Просто иду мимо, ребята. Не выходите и не приветствуйте. У захватов. Звучит неплохо, скоро буду. Как ты здесь оказался? А ты как здесь оказалась?
Скорей! Закончим, пока они не начали резать крыло! Ахтуней! Ахтуней! Я и так тороплюсь, как можно. Хелл! Дерни рычаг управления внизу! Готово. Теперь ты. Секунду. Так, захват зафиксирован. О! Ты как там? Я здесь. О, напугал ты меня, парень. Есть. Погоди, сейчас сделаю. Готово. Давай сюда. Только посмотри! Истребитель джедаев! Просто клад! Настоящее сокровище! Сколько он тут валяется? Года 4? 5. Его пилот погиб в лучах славы. О, джедаи! Просто ужас. А я всегда говорю, что не все они предатели. Может быть. Это наш счастливый день. Империя извлечет из него полезные материалы. Да, разбираем битые корабли, чтобы переработать их и построить новые. Ну и круговерть, а. Рискуем своими шеями за боссов. Кстати, платили во времена Республики получше. Эй, ты за языком-то следи. Послушай, за такое заплатят столько, что ты сможешь свалить из этой дыры. С чего ты взял, что я хочу свалить? Ну же, Кэл, ты еще молод. Не бери пример с меня. Когда-нибудь у тебя будет другая жизнь. Найди свой путь. Как скажешь. Пора бы нам вниз. Ты меня совсем не слушаешь. Это что? Ты живой? Хелл! Не могу забраться! Рауф! Держись! Я соскальзываю! Нет! Не отпускай! Не удержаться! Рауф! Нет! Рауф, ты цел? Я в норме! Только прижало! Пилота нет! Я вытащу нас отсюда! Держись! Осторожно, Кэт! Берегись! Это же скрипа летит! Держись! Прав, ты цел? Да. Надо уходить. Давай. Да. Все так быстро. Что это было? Это же все ты, да? Ты использовал силу, да? Тебе показалось, ясно? Слышишь меня? Я же видел. Я же своими глазами слышал. Видел. Прав. За тебя же награда. Я знаю. Можно. Я знаю. Так, что ж. Будем осторожней. Да.
как ты? В норме. А ты? Тоже, да. Кэл, мы давно работаем вместе. И я впервые вижу что-то подобное. Мы с тобой такое пережили. И я знаю, как ты рисковал. Я перед тобой в долгу. Не забудь. Я серьезно. О, за это не переживай. Но здесь небезопасно. Может, ты того сбегаешь? Сперва мне нужно забрать кое-какие вещи. Пепперс поможет мне. Он вроде как на Наршат, да? Да. Мы теперь не скоро увидимся, прав. Да. Ну ладно. Ладно, Кэл. Запоминай. Учитель. Верь только в силу. Поезд встал. Ага. Что-то здесь не так. Всем встать! Проверка личности! Всем построиться! Может, очередная проверка на контрабанду. Это точно все? Да, вторая сестра. Мы ищем опасного беглеца. Это не какой-нибудь анархист, а последователь мерзкого ордена джедаев.
Если не выдадите предателя, вас обвинят в заговоре. Лучше рассказать правду, иначе всех вас ожидает смертная казнь. Наверное, мне стоит признаться. Я столько лет работал в этой дыре. Еще до войны мы ремонтировали корабли. Лучшие в галактике. Но при Империи инженеры стали разборщиками. А рабочих просто поработили. Рауф. Мы все это знаем. Просто боимся сказать. Для Империи мы все лишь ресурс. Да. Ты прав. Нет! Трудовой меч. Неужели? А вот и джедай. Ну и боль. Стоять! Не с места! Как ты здесь оказался? Полегче. Тут посторонний. Эй, может... У меня был... Слышал, что передали по связи. Джедай? Опасно. Мимо нас не пройдет. Это предатель! В атаку! Да, я разберусь. Кажется, я все. Они же не могут быть все мертвы. Или могут? Объект здесь. Огонь на поражение. Прикончить его. Нашелся! Понимаю. Теперь мы наедине, джедай. Трудовой люк заблокирован. Один. Не останавливаться. Я не видел, чтобы ты утром занимался вместе со всеми. Я решил отдохнуть. Так я готовлюсь. Так ты готовишься к смерти. Отдохнешь, когда умрешь, штурмовик. Yeah!
хорошо подготовлена. Пойти вперед, остановить поезд. О, нет! Нужно укрыть. Сейчас. Они отстрелили все. Надо вниз. Тебя, когда сможем!
избавиться. Что еще? Поезд встал? Это не к добру. Знакомая стойка. Похоже, ты прошел подготовку. Кто твой учитель? Падаван. Вдруг я его убила? Кто пожертвовал собой, чтобы ты выжил? Слишком просто. Бегать вечно не выйдет.
Погаси эту штуку и садись. Спасибо за помощь. Кто вы такие? Я Цере Джанда. Это мой капитан, Грис Дридус. Как дела? Да, Богомол мой корабль, но заправляет тут всем эта леди. Ну? А кто ты? Кэл. Кэстис. А кто это там был? Имперский инквизитор. С помощью силы выслеживает джедаев. Теперь она знает, кто ты, и не остановится, пока ты не умрешь. Откуда ты знаешь? Зачем помогла мне? Мы следим за каналами имперцев. Услышали, инквизиторы летят на Бракку и отправились вслед. Вот как? Ну и сколько нынче дают за джедаев? Вот тебе и спасибо. Я понимаю. Ты так долго полагался лишь на себя, что не можешь никому доверять. И поэтому ты жив. Но есть задачи поважнее, чем просто выжить. Например? Возродить Орден Джедаев. Вдвоем? А кто еще? О, мы тебе не подходим. Совет Джедаев? Их нет. О. То есть у вас только я. Капитан, берем курс на Богана. Так точно. А пока что пойди отдохни. Иди, не бойся. Пока. У тебя еще будет другая жизнь. Найди свой путь. Кэл, осторожно! Ты разговаривал во сне. Чудик. Крис? Не сейчас, у меня дела. Песня. Это я сочинила ее. Коснувшись предмета, ты видишь его воспоминания, его историю. Это отзвук силы от предмета. Немногие джедаи так могут. Откуда ты знаешь? Я была джедаем, но это в прошлом. Мы знакомы? Нет. Я знала твоего учителя, Джара Топала. Настоящий защитник республики. Да, он герой. Кое-что произошло со мной во время истребления. Я выжил, но моя связь с силой нарушилась. При медитации я расслабляюсь и теряю контроль. Будто я снова там и... Ты выжил, Кэл. И ты не один. Это в прошлом. Приближаемся к месту назначения.
Один джедай нашел это место до истребления. Но на картах его нет. Империя не знает о его существовании? Нет. Ну, каков план? Мы тут спрячемся? Хватит нам прятаться, Кэл. Видишь сооружение? Полагаю, что в этом хранилище скрыт ключ к возрождению Ордена. Но лишь тот, в ком велика сила, пройдет испытание. И раз ты больше не джедай, тебе нужен я. Знаю, ты не веришь мне. А я не понимаю, можно ли верить тебе. Но у нас есть общий враг. И общее дело. Сообщу детали, когда идешь до хранилища. Ну, а сейчас иди познакомься кое с кем. Да пребудет с тобой сила. Похоже, я ищу джедая. Но если здесь уже есть джедай, зачем же я, Цере?